Привет, что ли? Меня зовут Воли. Хочу немного рассказать про свой канал, снимая такие игры, как Pixel Gun 3D, Minecraft Pocket Edition и Block Strike. Также на мой канал попадают иногда различные другие игры. Я ценю каждого своего подписчика и многим из них отвечаю на комментарии. Я очень надеюсь, что ты зайдешь на мой канал и будешь одним из них. Если заинтересовал, ссылочка в описании. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК вам покажет очень классный баг на карте Бас 2. Что же вам необходимо сделать, чтобы этот баг повторить? Вам, ребят, во-первых, я рекомендую играть за синюю команду, потому что респа синей команды находится ближе всего к этому багу. Дальше вам, ребят, нужно встать сюда на край и просто бежать. Вы бежите, и опа-на, вот тут прыгаете. Ну, ребят, к сожалению, у меня не получилось, потому что об этом баге я знал только недавно, но у моих подписчиков точно все получится. То есть вы, ребята, бежите, и вот именно тут, вот где я стрелял с Галила, вам необходимо именно сюда прыгнуть, и потом вы попадете в текстуру и сможете всех нагибать. Ну что ж, давайте немножко подождем, пока у моих подписчиков все получится. Баг, серьезно, ребята, очень сложный, но все-таки надеюсь, что мы его повторим. Ну, конечно, повторим, да, ребят, вы еще сомневаетесь? Ура, ребята, у нас все получилось, не может быть. Блин, Лорд Феникс, ты просто красавчик. Иди, я тебя по-братски обниму. Блин, просто лучший из лучших. То есть, ребят, как мы видим, надо прыгать не именно сюда, можно вообще прыгнуть, вот начиная отсюда, заканчивая вот сюда. То есть вы прыгаете куда-то сюда, и у вас, ребята, все получается. При помощи этого бага вы сможете замаскироваться. Такой, иду, типа, пацаны, сейчас буду всех убивать. И вот на тебя, ты мне снимаешь с АВП. То есть, как по мне, это очень классный, очень тащерский баг. Кент, сходи на тест-спаун, мне пишет Лорд Феникс. Не, никуда я идти не буду, потому что это плохая идея. Я понял, Лорд Феникс пытается меня убить. Чего? Вы это видели? Я просто встал сюда, и Лорд Феникс на расстоянии трех стен меня убивает. Вот это да! Не, я, конечно, всякое ожидал, но, ребята, чтоб такое, это просто мега-нагибаторский баг. Один из самых лучших багов, который я когда-либо видел. Блин, ребят, при помощи этого бага вообще можно всех убивать на респе. Вы только вдумайтесь! Прикиньте, я, короче, играю, грубо говоря, за синюю команду. Я встал там, и кто-то только-только возрождается, я буквально за одну секунду убиваю. Ребят, не знаю, при помощи этого бага вы сможете стать батькой 228. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, напишите любой комментарий. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.